Добрый вечер, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и сегодня мы смотрим игру под названием Perseus Titan Slayer. Я так понял, что это ранняя демка. Итак, новая игра, и нам тут предлагают, я так понимаю, выбрать сложность. Доступна сложность только глашатой. И выбрать режим. По умолчанию выбран режим кампании «Экстремальное управление». Хорошо. Так, глашатай, начать игру. Exactly 1000 years ago, the Titans were defeated, and Olympus rose to power under the leadership of the mighty Zeus. After all this time, Hades is overflown with rage from his banishment, and finally has found the perfect plan to get revenge on his dear brother. Hades wanted to get Pandora's box and unleash the horrors of the underworld against Olympus, destroying them all. Так, надо, видимо, продолжить. I'm not interested in anyone's foolish... Меня не интересуют чьи-то глупые планы, сказал Зевс. Лучше бы это не вошло у меня в привычку. Так, это вот персонаж, значит, он смотрит в сторону мышки, да? И что? А, еще и на время, смотри-ка. А, точнее, это не на время, это просто игра... Считает, сколько мы играем, да? Довольно плавная анимация. Так, это рывок. Довольно, кстати, быстро откатывается. Практически он и не откатывается. У нас есть способности. Так. Ага. Так, третье. Это молот Тора, что ли? Четвертое нам пока недоступно. А, смотрите, у нас это электрический урон. Да, немножечко лаги при подгрузке есть. Но это же демка. Так, правая кнопка мыши пока тоже непонятно. Хранитель осколков. Используйте осколки, чтобы разблокировать постоянные улучшения и новое оружие. Меч разблокировано. Кинжалы, лук, катана. О, катана есть. Так, допустим. Тут что? Очки навыков. Удар щитом. Дополнительный критический урон. А, и наносит урон в зависимости от максимального здоровья. То есть можно прокачивать здоровье и усиливать удар щитом. Я так понял, да? Бросок топора. Это уже магический. 200 урон от вашей атаки. То есть магический, но зависит от физического урона получается. Да, интересно. Так, призыв Зевса. Обеспечит дополнительный урон и диапазон атаки. Ну, радиус, короче, атаки. Так, а это четвертая способность. Превращает в камень врагов. Если у них здоровье меньше определенного порога, то они сразу погибают и получают в 2 раза больше урона. Но при этом, чтобы эта способность открылась, надо Грагону победить. Так, тут предметы всякие. Всякие, ага. А, и у нас есть золото, чтобы купить, да? Может быть, купить несколько дешевых предметов. Например, вот 350, 750 и... А, и не хватит 300, да? Скорость... Так. Броня. Так, 400. 350. Но это надо посчитать. Это надо посчитать, конечно. Так, а это тут что? Скорость передвижения.
Восстановление очков здоровья. Мана. Так. Увеличение урона. Артефакты. Сейчас подумаем. Так, ну давайте пойдем в криты. Вот это возьмем. Доступно для покупки. Приобрести. Так, а это мы потом уже приобретем, да? Так, хорошо, допустим. Допустим. Лук. Заблокировано. Так, это что? Легендарное улучшение. Выбрать один. Удар щитом. Каждый враг, пораженный вашим щитом, дает вам 4 единицы урона от атаки на 9 секунд. Или вы получаете... 1000 единиц максимального здоровья и 100 единиц восстановления здоровья на 3 секунды после удара щитом. Так, ну надо бить, получается, и лечиться. Я возьму вот это вот. Да. Так, дальше. Метеоритная атака. Ваша атака с вероятностью 20% запустит метеоритную атаку, которая нанесет 300 урона с областью действия 600. Или... Ваши атаки с вероятностью 20% выпустят тучу ракет, которые нанесут урон в размере 40% от вашей скорости движения с областью действия 400. Но смотрите, 300 урона развить нельзя. А вот скорость движения можно развить. Рывок наносит урон 20% от вашей скорости передвижения в области действия. Ага. А учитывая то, как быстро рывок действует. Я думаю, лучше вот второе. А, еще можно, да? Силы рывка. Выбрать два. Ну, надо именно бить, а не рывки постоянно делать. Ну, давай так. Так, тут что? Ой, ё-моё. Ой, жестко что-то. Способности. Подожди, а вот в плане звука очень громко получается. Так, это что? Обновить. Путешествие. Так, путешествие. А, 800 золота, очко навыков, 2 сферы жизни. А тут больше золота, но очко навыков одно. А золото-то надо. Чтобы покупать предметы-то, чтобы прокачиваться-то. Ну давай. Far from Olympus, the demigod Perseus was tasked with starting a hunt for Pandora's box before Hades could find it. The fate of Olympus might just end up in his hands alone.
Так, а графика довольно прикольная. Ого, сколько тут, нифига. Ё-моё. Офигеть, сколько тут всего. Тут их прям очень что-то много. Но они ничего сделать не могут. И что, бесконечное количество будет? Это какие-то улучшения имбовые, вам не кажется? А, еще и восстановление, смотри. Да, то есть и лечиться можно. За счет удара щитом. Этот мир ожидает полное разрушение. Вы не можете укрыться от него, вы не можете избежать его, вы можете лишь отсрочить его. Дракон хаоса. А, все что ли? Награда получена. Так, а тут уже можно звук побольше сделать, да? Так, звук немножечко колеблется, да? Бочки ему урона не наносят. Какие-то космические цифры урона, конечно. Улучшение. Уменьшение времени и восстановление маны. Дополнительный урон. Да, наверное, урон надо увеличивать. Так, есть. В криты, да? Идем. Мне не хватает немножко. Тут золото, смотри. Три очка навыков. А тут смотри, тут опять же золото будет больше, да? Ну давай так. Went through many trials in order to find Pandora's box, only to come up empty-handed. On his journey, he met an ally in the form of a spy named Anchor. His mission was to gather information about Hades and what he was planning. Так, следующий уровень. Поехали. Ну, эти уже покрепче, да, немножко? Но пока они ничего мне сделать не могут. А вот могут, уже делают. Их еще отталкивает. Неужели прошел? А, нет, смотри. Разбойники странные. Почему они грабят? Возделывая землю, можно заработать гораздо больше. Сфера жизни. Рывки, конечно. Я думаю, что разработчики изменят эти рывки, потому что это что-то, ну, слишком быстро. Так, дополнительный диапазон, восстановление. Удар щитом нужен. Это же лечение.
Так, критический урон. А, 2 очка навыков. Дополнительный урон. Длится 20 секунд. Я думаю, что надо именно левую кнопку мыши усиливать. Наверное. Чтобы больнее бить, чтобы и криты были сильнее. Ну, правильно, давай. Ага. Не прокачать больше, ладно. Так, тут что? 2 очка навыков. Ну, смотри, здесь дополнительное золото я не получил. Давай так. Hephaestus relayed to Anchor that he would deliver Pandora's box to Hades, but for a price. He wants his freedom from Zeus before aiding the demigod. Perseus was told by Anchor that once that was achieved, Pandora's box would be put on a cargo ship to a local warlord. Ой, это музыка из Star Wars. Воу. Спокойно. Какие-то призраки тут. Спокойно. Зев закончился. А потом все равно уменьшается, да, здоровье? Ну, бьет он, конечно, с какой-то неистовой скоростью. Воу. Мана закончилась. А, можно левую кнопку не нажимать, а просто зажать. В древности по дорогам странствовало много людей, назвавших себя рыцарями. Так, ну что, время прокачиваться получается, да? Ха, действительно, музыка как из этого. Из Star Wars. Но сложно музыку настроить, учитывая то, что звук постоянно колеблется. Он то слишком громкий, то слишком тихий, непонятно. Дополнительный урон. Так. А это четвертая способность. Но она сильная, типа. Основной урон. Я думаю, что эту способность самую главную надо будет прокачивать. Так, можем криты купить? Нет, не можем. Не можем. А, 2 очка навыков. 1 очко навыков. Ну, давай. Perseus was moments too late, and the Wraiths made it to the ship first. Now, with Pandora's box ready to be hand-delivered to Hades, the gates of the underworld would be opened, the evils of it unleashed onto the world. Дракон хаоса. Ух ты, а тут уже другое, смотри. И я не могу рывки делать. Дракон хаоса в этом виноват. Вот оно как. Ага. А я не могу...
Я не могу и бить, кстати, тоже. Опасно. Тут врагов нет, одни ловушки. Тут сундук был, отлично. Случайная награда. Золото. Ну нормально. Так. А это что? Океаны выйдут из берегов, и горы рухнут. Это пророчество того, что будет в будущем. А, и все. А, то есть это чисто на прохождение ловушек. Ага. Ну, вот тут, наверное, все-таки призыв Зевса нужен. Быстрее восстановление, чтобы постоянный был урон. И криты давай. Так, и что еще? И прокачка, наверное. И ведь еще от скорости передвижения будет зависеть... Так, больше урона, наверное. Время восстановления, ага. Так, теперь мы пойдем в максимальное здоровье, чтобы его было проще лечить. Амулет бодрости. Так. Максимальное здоровье, максимальная мана. Но это чем дольше, получается, проходим уровень, да, тем этот артефакт более выгодный. Так, золото давай. Perseus was faced against the Titans with only one hope to defeat them. Using the Gorgon's gaze, an ancient titan that could turn any flesh, mortal or god, into stone, it would be the last hope for all survival. Так. Опа, это босс. Ребята, это босс. Не будем тратить... О, да ладно, она тут уже. Фига себе, она лупит. Ё-моё. А чё так больно-то?
что-то люто вообще. Да ладно. Нифига себе. Хо-хо-хо. Вот это жестко. Выживаемости не хватило. То есть все получается, я проигрываю, да? И все, гейм овер. Я понял. Я понял, в чем смысл игры. Ну и на этом, пожалуй, пока что все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.